Там в депо зашел, ну как могу что-нибудь там стоит, ножок. Там у него и Адлер, по-моему, белоречка, и все это есть.
Thank you.
что-то на параллель. Алло. Слушаю. Первый путь поместился. Впереди зеленый. Вот третья остановочка есть, проход, смотри. Остановились, смотрю. Внимание! Начало движения. Thank you.
Thank you.
Все эти дела, по каким путям, как ехать. Вот, видишь, как две Дороги нет? Не проедет? Да, проедет. Ножки, ножки.
Машку заезжал. На самый верх. На УАЗике, да? Впереди мост. Конечно, УАЗик, да? Там где-то Черника есть. На Семашке нет, на Семиглавая. На Семашке есть, ранее искать надо. Люди, кто место знает, на УАЗике ездят. Она где-то в конце августа. Вот. Потом еще знаешь, куда ездят? На Какай, перед Малым Севушком поворачиваешь налево, прям дорога Черничник идет. Я просто машины нету, ездил. Я на Семиглавую. Мы ездили на этом самом, на УАЗике. Там прям на эту, ездили. На Семиглавую. Ну там на самую Семиглаву ты не заезжаешь, а там доехал до дороги и там подняться, ну может километр. Ну тяжело, правда, да, подъем там такой. Не знаю, там на машине вообще не вариант. Да, она тоже в снегу, да? Да. Пока в снегу. Ну там вот это вот каменное море, перед каменным морем заросли вот так, это черники, жри не хочу. Что ее там искать где-то, выколупывать? У меня прошлогодняя черника до сих пор он дома валяется в этом морозилке замороженном. Жена всю зиму эти компоты варила. Не компоты, а как это? Ну, сухофрукты, сушки вперед и черники туда вот так кидает. Оно такой тазик наварит. На неделю хватает. Бабушка тоже сначала черника, что на зрение вроде болит. Ой, какая черника, ой, какая черника. Ну, съела она там 2-3 ягодки и все. Основную он валяется. Что для зрения на бедрами хавать. Концентрация проходит. Оно все полезно, наверное, шмером. Пожраться это черники, обосраться и обрыгаться. 1F1, где это, что это за срань? Ну, типа парковка. Автобус, да? Туристов, по-моему. Деньги свои приводятся. Как клуб, смотрю, вон, блядь. Наверное, вряд ли. Не, не, это... А ты катался хоть раз на карте? Конечно. О, с него как больно падать. С картинга? Да. Он маленький, низкий. Вообще, с него вот упал, квадроцикл. Картинг или там, да, такой. У нас там прыжок был. Впереди поворот не больше. Колеса и вместе с этим картингом как полетел. У него жопу заносит. Не работал профессионально. Интересно, да? И в карт-клуб мы в детстве уходили. У нас такого не было. В том самом был мой этот яхт-клуб. Кто его? Так, а что здесь 40, да, может? Ну подожди, 40, 25 там надо выехать. Нет, ну мы еще тянем, там еще стрелки. На 100-секунд-3. Нет, ну начинает тут развиваться, там все-таки какие-то... Да ничего нет, боксы. Нет, ну почему? Есть вот эти вот маленькие машинки. А, это давайте тогда расскажу, сколько надо ехать. Уже никто не знает. 66-й отпустили, 64-й 40 проехали, а мы доехали 20. Да, нас. Здоровая работа. 59-й, 1-й, 40 еду. 18-й, на 56-й километр.
Впереди мост. Впереди платформа. Комиссия, что ли? Матрица какая-то. Thank you.
Thank you.
тормозов. Thank you.
мост. Впереди платформа.
домой приедет, скажет, вот что он не командировка, блядь. Впереди такой, мост. Не забудьте, блядь. Да нет, этого не скажет. Ужесточат так. Thank you.
Россия. Добрый день. По открытому входному пути пропускаетесь по третьему пути на ходу. Сигнал на маршрутке открытый. Вас понял. Входной сигнал все открыт, по третьему свободному на ходу открыт. Верно, вы помните. Внимание.
впереди желтый. Thank you.
Внимание! Начало движения. Впереди мост. Thank you.
Thank you.
Добрый день, за все вас республика нашего открытого окна. По первому свободному находу на выходе один красный. Освещение 6.46. Thank you.
Внимание! Что? Thank you.
Жизнь. Погладит, и тут погладит, блядь. Нет, чё. Кто у кого ебет, кто у кого лежит, кто у кого сосет, блядь. Что, на пляже прям? Прям на пляже. Тут что творится только, господи, у самого договора, конечно. Блядь, я так и не понял, блядь, где там чья нога, чей хер, чей в жопе, блядь. Я считал, так и не насчитал, сколько там людей. Это свингеры. Это свинтусы, блядь, а не свингеры. Ты находишься вместе, да, где-то тут же дети, блядь, так. Люди, блядь, вот, зачем ты это делаешь? Да, понятно, там такие же голышом, там и загорают, там купают. Ну, понятно, они чуть дальше от них. Ну, это же все видят. Thank you.
сколько? А? Во сколько? Чего? Встречать не надо. Да он уже сейчас придет. Что? Ну, мы пойдем посидим у нас. Пока комиссия не приехала. Разморозится сейчас, блядь. Время надо. А так, мешок по банке есть. Это, яички есть. Если лучше картошки можно, надо мешать. Впереди платформа.
Впереди станция. Впереди мост. Впереди тоннель. Платформа. Впереди тоннель. Thank you.
впереди мост. Это же его сегодня 12-е, да? Это же его день близко. Я вам еще 14-го сказал, 14-го. Сигнал. Thank you.
Yeah.
Да, она сейчас столько слов сказала. И сразу свою фамилию назвала. Я, говорит, сам опытный. Жёлтый.
Внимание! Впереди красный. 96-й пошел. Внимание! 100! Thank you.